Кончина Нины Ургант опечалила многих ее поклонников. Последние годы жизни звезда страдала болезнью Паркинсона. «Как тяжело с этим жить, вы себе не представляете. Я больше не могу сниматься, водить машину, вообще жить. Может быть, можно временно облегчить мое состояние, если снова лечь в больницу на капельнице. Но я уже так устала от стен медицинских учреждений, да и, честно говоря, потеряла веру во врачей. Меня уже никто не спасет. Знаете, Господь мне позволил прожить 85 счастливых лет. Это и так много», рассказывала актриса несколько лет назад. Прощание с актрисой прошло в Александринском театре. Первыми на церемонию прощания приехали родственники Нины Николаевны. Сын Андрей, внук Иван и правнучки. Актриса всегда обожала наследников и в последние месяцы жизни общалась только с членами семьи. Известно, что незадолго до смерти Ургант уже не могла самостоятельно передвигаться, практически не вставая с кровати. Среди присутствующих также можно было увидеть губернатора северной столицы Александра Беглова, Ивана Краско, Александра Розенбауна, Михаила Боярского, который не сдерживал эмоций и расплакался у гроба покойной коллеги. Примерно к полудню траурная церемония подошла к концу. Гроб с телом Нины Николаевны вынесли из театра под громкие аплодисменты. Близкие артистки предпочли не разглашать ее место захоронения и попросили публику с уважением отнестись к этому желанию.